Привет, чуваки! Сегодня мы разберем, как играть безумное быстрое ракешное соло или проигрыш в треке, если вы не умеете играть безумно быстро и ракешно. Окей? Поехали! Я давно умею играть на гитаре, но сказать, что супер какие-то соляки я наваливаю... Не, у меня никогда не было цели играть очень быстро или супер технично. Для меня всегда гитара — это была как дополнительный инструмент. И сегодня немножко... Хитрым способом я вам покажу, как можно записать. Для начала я накидаю какой-то бит, чтобы сверху наложить какой-то солячок маленький, окей? Okay. Итак, у нас есть трек. Мы быстренько накидали, послушаем. Сейчас мы сюда попробуем дописать какую-то гитарку, окей? Okay. Поехали. Поехали, да? Итак, в чем же секрет? Мы убираем темп трека, делаем его в два раза или в полтора раза медленнее, как вам удобно. Потом пишем гитару медленно. И потом отдельную нашу гитару ускоряем. За счет чего? В Logic'е есть такая маленькая штучка. Мы можем менять длительность нот, мы можем менять длину фразы, не повышая... тональность и не понижая ее, когда мы замедляем, как часто бывает, да? Такая штука есть, я уверен, в Reaper, потому что я работал в нем. Сейчас я вам покажу, как это сделать в Logic. И есть такая же штука точно в Ableton. Окей. Ну и потом, когда нам нужно поднять трек, он просто само поднимается. Итак, не судите строго трек. Он был написан специально для этого видео. Я надеялся, я хотел сделать максимально простое, максимально понятное видео. Надеюсь, вам понравилось. Пока!